Поехали. Я не понял, еще раз, пожалуйста. Предупреждаем вас, что придется видеофиксация. Что мы хотели, мы вам скажем. Вы были остановлены по причине нарушения правил дорожного движения. Знаете, каких? Да вы что? А у вас, к сожалению, не работают задние стоп-сигналы, когда вы нажимаете на стоп. Стоп-сигнал? Не может быть. Да, не, серьезно? Вы когда нажимаете на стоп... Ребята, я вам честно скажу, я был у электрика. Поставили вот эту вот херню. Видите? Новенькую. Вот это вот под прицеп. И все он меня переделал, это дисбэк, вполне серьезно, это на, все он делал, Саша его зовут, я ему сказал даже, чтобы он мне включил это, когда в заднюю передачу включал. Ну это хорошо, у вас что ступы не горят, скажите? А как вы думаете, что? Ну мне интересно. Если я вам только что объяснил. Я понимаю. Не, ну я был у электрика, как я могу знать, что у меня ступы не горят? Смотрите. Вот что не горят, как вы думаете? Я вам сейчас объясню. Вообще электрик, скажите. Смотрите, я вам сейчас объясню. Да. Вы перед тем, как выезжать куда-либо, правильно? Вы должны убедиться. Каким образом? Ну, как элементарно можно было попросить того же электрика, у которого вы были. Спросить, проверь меня, пожалуйста. А электрик живет, ребят, стоит. Нет, подождите. Давай. Вы сказали электрика. Вот я приехал, взял деньги. За деньги я приезжаю к человеку, да? Дал ему деньги, все, он говорит, Юра, как там? Я говорю, да, все, класс, работает, все. Я знаю, что работает. Я еду. Вот как вы езжаете на своей машине, вас проверяют? Мы проверяем сами. Вы проверяете? Ну, хлопцы, ну, дивись, вот вы же понимаете, что происходит. Вот смотрите, вот гляньте. Вот где ваши подкрыльники? Ну, немає, бачите, все оторвано, подивись. Ребята, ну вы же видите, да? Это не заборонено, правильно, подкрыльник? Не, а как же оно может все замкнуть? Грязь, посмотрите, там все у вас. Это первое. Давайте мы сейчас подвинемся. Вот у нормального хозяина, ничего там не нашли. Да там ничего и не будет. Дивите, вот, пацаны. Начнем с того, по какой причине мы вас остановили. Да, вы хотели мне сказать, что надо устранить вот эту херню. Я устранил. Чего вы отходите от нас? Да не, ну я что, я... Пожалуйста, как вам обращаться? Как вас? Вот видите, вы меня знаете. Не, вы сами сказали. Как что? Меня зовут? Вы значит, сказали... обращайтесь, пожалуйста, ко мне, Юрий. Всего лишь. Юрий, вы только что просто сказали, что вам электрик говорил, что Юра, можно ехать. Я же уточняю, ну, как ваш... Ну а как же, он деньги за это получил. По отчеству, как вас? Скажите, пожалуйста, Юрий. Можете идти. Да, вполне себе. Давайте как бы начнем с того, с чего мы начали. Хорошо. Точнее, перейдем к тому. Давайте мы по-прямому. Что вы хотели сделать? Написать протокол предупреждения или что? Вы же поймите эту вещь, ребята. Вы мне скажите, я вам сейчас вопрос встречный задам. А у вас карточка Криворожанина есть? Не, ну честно, давайте так мы как, не будем, вот как мужчина. Не, давайте мы, давайте с того. Вот я хочу вам встречный. Все равно вы же хотели потратить время сейчас. Не, а я вам задаю, пожалуйста, время. Скажите, у вас есть ли... Работа. Да, если не работа у вас. У вас доверенность есть? Так, мы начинаем уже, знаете, как бы заходить. Не, ну ребята, ну если мы начинаем уже говорить, смотрите, я вам сейчас задаю вопрос. Если у вас нету карточки Криворожана, значит вы залетный. Я заберу телефон. Пожалуйста. И возьму ключ. Не-не-не, надо забрать. Надо забрать. Как революция, у меня напарника есть. Вот у вас. Вот дальше. А вы местный, да? Тоже. А у меня местный. Я что спрашиваю, ребята? Не, ну вы должны правильно меня понять. Вот нет. Я уже старый дед, да? Вот мы строили вот эти вот дороги, вот эти все дома, блядь. Вот эту вот школу, вот все, да? Чтобы ваши уже дети, а мои внуки, да? Ну вы же не смогли сберечь это все. Давайте это, пожалуйста. Что вы хотите, скажите? Это все хорошо, да, если это не горит, хорошо. Что вы должны сейчас сделать? Для начала мы должны проверить разрешение. Зачем? Ну потому что вы были остановлены на законных основаниях.
Ну, как бы, я остановился. Ваш водитель, правильно? Вы мне скажите, пожалуйста, зачем мне вам мои документы? Это мои документы. Я вам сейчас тоже скажу в ответ. Дайте же договорить. Документы стоят денег. Вы мне вопрос задали и не хотите услышать. Скажите, пожалуйста, ответ. Документы стоят денег? Предъявить просто. Нет, скажите, пожалуйста, вы не, а вы не знаете, что он его есть? А вы не знаете? Ну, если есть, давайте проверим. Это не надо вам никого проверять. Статья 32, часть 2 Конституции. Вам... Ребята, давайте мы все по правилам. По вашим инструкциям, по вашим... По вашим инструкциям вы уже не хотите. Да нет, вы много говорите. Почему? Так я сейчас вам задаю вопрос, у вас доверенность есть? Мы возвращаемся... Вы представляете интересы юридические или физические? Давайте, давайте вы вам вопросы задам. Составляйте протокол суду, я вас тут выдаю. А, так нас вызывать не надо. А я же мы будем рассматривать тогда там так, это а дело. Я же должен составлять протокол. Да нет, я вас буду снимать на суде. И мы будем закрывать эти судебные дела. Давайте. Пацаны, я просто рассказываю ситуацию. По 130 я закрывал. За наркоманию. Понимаете? Вы мне сейчас рассказываете за какой-то стоп. Не за стоп. Я сейчас, мы его не проверили, он работает или нет. Сигнала. Вы же поняли? Чего? Мы можем зараз видео скачать. Показать. Давайте. Давайте, вы можете, я могу вашу давайте, пожалуйста, подержать. Ребята, вы ребята, нажмете, не, я вам покажу. Не надо, не надо. Смотрите, вот это вот видео, оно не будет как доказал. Чем? Ну я, все. Ну это обоснуйте, это ваша точка зрения. А я вам сейчас объясню. Ребята, да, сейчас я вам объясняю, что у вас на данный момент сейчас должно быть тут? Мене? Бодикамера, где она у вас? Вот моя бодикамера в напарнике. Нет, ну это напарник, а у вас? Она снимает. Лейтенант. Она снимает. Лейтенант, почему у вас нет на данный момент? Вот давайте мы сейчас, давайте так. Кто меня на данный момент остановил? Остановил? Да. Кто? Я. Вот, вы? За рулем. Да. Все, тогда я с вами разговариваю. Я с вами разговариваю. Правильно? Не хотите со мной? Нет. Если вы меня остановили, значит вы должны со мной... Давайте, я представлюсь, да. Патрульная полиция. Пацаны, дивитесь, что я вам скажу. По-простому. Ну пусть пацаны, не девчата, я ж так дивіться. Ну ви ж ваші всі обіжались на мене, що я відкрив на вас охоту. Ви знаєте чому? Та ніхто не. Тому що мене нахуй почали трогати. Я об'яснив по закону галактики. Я вас буду мурижити до такої степені. Дивіться, та мене, це Гараченко, блядь, 2 роки назад було. Ви що не знаєте, що случилось? Я сказав, піздець, говорю. Пока вы не врубитесь, если меня будут кто-то так останавливать, как вы, вот за вот это, блядь, уже 20 видео будет, ребят. Выбачьте, вы перед законом все одинаковые. Смотрите, это, вы, это ваш закон, у вас есть закон. Это ваша личность. Нет, как вы, мы, это же не доказать. Да подождите, в первую очередь доказать. Не, нет, ну как вы можете сказать, что кто вы такой, скажите, кто вы? Я к вам представился. Могу да нет, я вам сейчас объясню, кто вы. Юрий. Я вам сейчас объясню, смотрите, речь идет сейчас о чем, хлопцы, смотрите. Речь, закон есть о полиции. Ну нету закона о создании полиции. Вы влюбляете сейчас ситуацию? Влюбляемся. Прекрасно. Вот есть закон о ГО, как я, подожди, ГО. Есть закон о ГО, об общественных организациях. Но нету закона о их создании. Теперь что мы делаем? Я ее по закону сам создаю. Я, как учредитель, понимаете? Так само у вас. И вот там в реестре внесено у меня, что представлять все интересы юридические имею право я только, без доверенности. Так вот почему я вас задаю вам вопрос, ребята. Юрий, если давай, у вас доверенность Юрий, представлять давай, интересы юридической вашей организации, можно, если у вас доверенность. Можно сказать, пожалуйста? Доверенность есть? Так, Юрий, давайте начнем. Да не надо мне рассказывать, вы что, педагог, что? Ну, как это не надо? Надо, вам пытаются пытаться, в элементарном вопросе, можно сказать? Зупыни вас хотите? Я, давайте я вы вам вы установили представлюсь. Мою личность? Нет, Юрий. Как вы со мной забыли? Я Иван. Не, ну как вы хочешь, сейчас вы что-то мне рассказываете, не установлено юристы. Мы вам ничего не рассказываем. По закону что вы должны сделать? Сейчас оставить протокол. Нет, и вы снять мою личность, все. Кто вам такое сказал? А я вам рассказываю. Вы протокол составляете? Я вам рассказываю. Вы составляете сейчас протокол для установления моей личности. Ребята, вперед, работаем. По закону. Давай. Так, Юрий, давайте так. Я вас зупиню. Не подходьте близко, не подходьте близко. Я разговариваю с одним человеком. Все, не подходим. Давайте, я с вами начну. Вы хотели со мной почуть мой запах? Так, так Юрий, вы не почуете, а я не бухаю. Да, я не наркоман. Вы поймите, вы такие вопросы нам задаете. Да это не вопрос. Вы на видео там снимаете, хорошо. Как бы, ну, вы видели, что видео сейчас про вас нигде нет? Ну, кстати, вы видели, сколько месяцев? Кстати, к сожалению. Не, вы заметили, что нету за вас? Я объясняю, что меня никто не трогает. И я никого не трогаю. Вот после этого теперь я буду выходить на трассу. Хорошо. Без машины, я без ничего. А камера, она же достает километры. Ответьте на вопрос. Вам это хочется?
Я же объясни. Юрий Ефимович, я вам задам вопрос. Смотрите. Да, пожалуйста. Есть, не перебивайте, пожалуйста, хорошо? Вот я вам, вот мы вас слушаем, у нас монолог. Пожалуйста, да. Давайте минимальный диалог пройдем. Вот вы говорите, что мы там неправильно сделали, что вас остановили. Ну как, есть здесь нарушение? А можно вам такие вопросы? Можно. Но вы не ответили на мой. Да, все, мы еще дойдем. Дивите, бачите, бачите, он знак стоит. Дивите. Бачите, цей знак стоит. Вот тут я, да, я написал заявление от нашей громады. Угу. Так, я тут еще главнокомандующий, все городом. На исполком, дивите. Вот этот знак стоит. Сколько тут грузовой недвижимости? 300 метров? Я понимаю, да? А вот дивите еще, ребята, внимательно. Вот там стоит знак 8 тонн. А как это так получается? Тут 3,5 тонн. А там уже 8 нельзя. А вот там еще два знака стоит. Тоже по 3,5. Что получается? Хочешь, я вам скажу? Ну, давайте. Вот этих вот знаков, которые установили, там взяли, ножом вырезали на пленке 8-очку. Подождите внимание, я вчера смотрел. К сожалению, эти знаки не выпишут. Да нет, вы же смотрите. Вот эти знаки не внесли никуда. Их нельзя ни в планах, ни в схемах нельзя. И когда вы останавливаете водителей и пишете им протокольчики, а он едет, а у него нигде не высвечивается, что этот знак стоит. Ну, лично мы там. Вы же понимаете, о чем идет речь? Мы сейчас, давайте вот это хорошая приколочка. Я выбачаюсь, вы сейчас составляйте протокол. С вами хлопцы, составляйте протокол. Я вас зупинив, дивіться. Да. Представлюсь вам. Патрульна поліція міста Кривого Рогу, рядовий поліції не Савтавлович. А як це ви так ліснули? Взять мене, остановись, за мною гнати. Дивіться, попереджую вас, що згідно 31 статті пункту 9 закону України про... Не спіши. 31 статті пункту 9 закону України про місцеву поліцію ведеться фото і ідентифікація на рукоплі камери. Стоп, не спішіть, не спішіть. Дивіться, зупинив буду... вас згідно частини 2 статті 35 закону України про місцеву поліцію. Ось, з'їхали без вінкнення, тобто ви натискали на гальма, вас сигнали не світилися. А як ви думаєте, що вони не роблять? Не світилися, тому що технічні справи. А що случилось там? А давайте я зараз полізу вместе з вами. Я ж не електрик, розумієте? Причину. Ви можете зараз його поліцювати? Ні, ні, вообще, возможно... Виставайте інспектора, пожалуйста. Да. Добре, от ми Юрій, дивіться, причина зупинки є, правильно? Є, все. Тепер, будь ласка, виконайте вимоги пункту права 2.4 право дорожнього руху. Я не знаю, що це таке. Надайте, будь ласка, посвідчення. Не хочу. От якщо я не хочу. Ну, дивіться, якщо ви не захочете надати посвідчення для реєстраційного документу транзакції, для її перевірки, то згідно частини 1 статті 126 буде складена постанова на вас. Розумієте? А я ж і не проти. А? З фізичною силою? Ну чому фізичною? А то ж я можу самооборону зробити. 19 статтю Гражданського кодексу. Защищаюсь любими силами. Вас же ніхто не нападає, правда? Вплоть до фізичної сили. Ви розумієте? Це 365-та частина, а трьох до 8. 100%. Ви ж розумієте, що я говорю? Я вам не хочу зараз давати свої документи. Я не даю вам документи. Не хочу. Я з вами не сам. Пишіть бумаги. Я вас буду в суді ждати. Зв'язок. Ви ж розумієте? Я ж в суді вас буду ждати. Ну ви ж поняли, чому я планую. А ви туди прийдете з довіреністю. І будете мені розказувати, які ви інтереси будете представляти в моєму місті. Що ви тут робите? А вы что, не поняли? А я же вам объясняю, мальчики, этот город строили мы. Давайте. И мы в ответе за него. 100%. А вы приехали на всей машине. Я перепрошу. Да нет, я вам сейчас объясню. На всей машине. А? Сколько років? Чуть-чуть уже, наверное, побольше. Так это не моя машина. Ну. Значит, вона должна быть справна. Чому вона справна? А що вона несправна? Тому що не работает 100%. А що вони не роблять? Ну, це електрик у вас так. Значить, що треба зробити? Це не мій електрик. Встранить треба. Вот. Я з вами согласен. Якщо дійсно там не работают 100 сигналы, значить, треба їх устраняти. Правильно, ребята? Конечно. Вот, я ж не проти. А чому? Ну, якщо вони там работают, значить, тоді що? Ви мені должны. За три в моего времени. Мы с вами ни о чем договариваться, как минимум. Да дайте сейчас базары. Что вы сейчас со мной договариваетесь о чем? Так вы нам говорите, что мы вам что-то должны за ваши деньги. Вы меня не поняли. Я вам объясняю, вас предупреждаю о своих дальнейших действиях. Если вы оторвали мое время драгоценное, за которое я должен получать, а как вы думаете? Вот сейчас я с вами стою, потратил на вас энергию свою. А энергию нужно потратить. А мне вы не держслужбовцы, ребята. Платите нам зарплату. За то, что мы с вами разговариваем, мы зараз фокусы. Причем тут держава до вас? Ну, она зараз платит нам держава кошти, за то, что мы разговариваем, просто ни о чем. Да. Так на кого я буду их подавать? На вас или на державу? А при чем вы подавать?
А кто? Держава в мире. Нет, подождите, я должен на, именно конкретно на вас подать, как физлицо или юрлицо. Так, вот вы сейчас как кто? Предоставил это для полного ознакомления, посвящения в отделе. Да дня, ничего я вам давать не буду, вы даже не переживаете. Вы даже не напрягаетесь. А оно вам всего лишь не нужно. Не нужно оно вам. Оно вам не надо мои документы. Это документы мои, не ваши. Ну, так мы делаете. Мы же их не забираем. Не подходите близко. Не надо близко. Вы делаете. Не надо близко подходить. Иначе я буду расценивать это как провокация. Вы хотите мне ножку подставить? Почему вы подходите сбоку? Зачем? У вас оружие. А если я вальтанутый? Вот возьму сейчас оружие, выхвачу и брошу под машину, и машина грузовая, дивіться. Вот дивіться, что машина есть. И она задними этими колесами раздавливает ваше, не ваше имущество, имущество Юрий. Там агаковых, всех. Что вы будете делать? Вы уже начинаете немножко. Я с вами не разговариваю. Переходить. Вы не имеете, вы не можете, говорите, вы не можете сюда вмешаться, потому что не вы меня остановили. Правильно я говорю? Посвящение отдела. Нема, не даю. Значит, будем вас устанавливать в райвидели, да? А что вы в райвидели будете? А? Где ваша юридическая адреса? Причем тут юр... Подождите, при чем здесь райотдел до патрульной полиции? Ну, можно. Устанавливайте здесь. Ну, тут-то немає можливості. Аж хорошо. А кто там будет устанавливать мою личность в райотделе? Ну, приедете туда, потом... Кто приедет? Вы приедете туда, а потом побачите, кто будет устанавливать. Вы же не поняли, о чем идете. Вы меня сейчас затримуете? Протокол. Нет, вам спочатку. Протокол на затримання. Вас ще ніхто не затримує. Ви чуєте? Ну, если есть якесь подозрение, я вас попереджую. Та не треба мене попереджувати, я вам говорю. Сейчас ви составляєте протокол. Ми не составляємо. А що ви хочете делать сейчас? Это всего словесный разговор. Да, но вы гнилые вот эти вот базары, понимаете? Те, которые вони немає їм ні конца, ні краю. Это мы будем с вами тут разговаривать, сколько вам близко. Да не будешь ты их проверять никогда в жизни. Никогда. Не будешь, понял? Не будешь. Ты хочешь меня просто провоцировать? Почему я вас провоцирую? А? Ты хочешь на драку? Так давай подеремся. Давай, я тебе предлагаю. Ну, чтобы... Снимай одежду, пошли туда. Идем, а тут возле школы. Стадион, идем. Идем. А что ты вначале? Как ты у меня возьмешь мои документы? Вот как ты считаешься? Вот давай, объясни. Будешь по карманам лазать или что? А? Объясни, что ты будешь делать? А? Все, сколько времени прошло? Ты меня остановил во сколько времени? Ну я же вас не затримал, правильно? Сколько времени? Я поехал? Яка різниця? Чому? Ні. А что ты? Ты меня затримуешь? Заставляй бумагу. Вы сами себе час. Бумагу заставляй на затримання. Я поехал. Сами себе. Та никуда не заедешь. Поеду я. Все. Не веришь? Ты что-то хотел? Я ты что-то хотел, Лешу? Аккуратно. Ты что, поздеешь, Лешу? Перегибать палку. Пошел нахуй. Я тебе сказал, бля. Ты что-то хотел? До машины нахуй не подходить, машина чужая. Понял меня? Потому что вы начинаете перегибать немного палку. Ты меня понял или нет? Посвящение. Ты кто такой вообще? Твои посвящения. Ты кто такой, блядь? Полицейский. Давай нахуй сюда документ. Ты смотри, что, поздеть уже нахуй начинаешь, или что, блядь? Не повышайте голову. Нервные клетки не восстанавливаются. Да то ну нахуй тебе надо. Донец. Артем Олегович. Подожди. Олег. Артем Олегович. Полицейский. Полку патрульной полиции. Место Криворога. Где написано, что ты посвящено полицейскому? Что за такие? Подожди. Так, 020. А это что, почему номер не совпадает? Это жетон. Жетон почему не поставили? Где номер жетона? Это номер посвящения. А где номер жетона? Ну читайте уважно. 03-97. Где посвящение написано? Я вам посвящение дал? Нет. Это написано. Читаем. Почему не надо? Ты что там? Не надо снимать. Ты что там голый стоишь еще? Ну а зачем оно? Не, ну почему ты не даешь его? Я должен в суде его показать, что это действительно. Что перепиши? Перепишите. Да нема в шо, ты мне дал шо. А что я вам обязан давать? Конечно, обеспечь ну, меня. Ты решил, короче, доебаться сейчас или что? Ты мне скажи, а кто у тебя... Где ты вообще живешь?
Что ты глаза? А ну дыхни мне. Обычно слышь, а ну дыхни мне. Я не можу. Что ты глаза красные? Маска. Что ты красный? Сними ее нахуй. Так ты что, напахнули тебе? Или ты бухнул? Юрий, я не могу. Ты бухнул? Успокойтесь, пожалуйста. Ты бухнул или что? Так ты эту маску и носишь. А? Так тебе спиртным пахнет, с тобой не разговаривай. Посвящение водителя. Слышь, посвящение водителя. Нихуя, ты не получишь. Заставляешь протокольчик. На этот самый. Да мне ПО ебам, что ты меня предупреждать. Я люблю. Еще раз, бля. Понимаете, вам было сказано, что не надо меня трогать, пожалуйста. Тебя? Да. Нахуй ты мне всалаешь, что я буду трогать. Потому что вы стоите тут руками. Да мне ПО ебам, что ты мне рассказываешь. Слышь, ты что, бля? Ты что, лайки там тут занялся или что, бля? Ты знаешь, что я могу лага пообламывать? Или что? Ты не понимаешь это? Я вас не разумею. Да я тебе будешь разуметь. Я ваши мовы. Ты с оксаганскому суду относишься. А? Просольщик, как там тебе что-то сказал. Просолов тебе сказал. Или кто? Вы, пожалуйста, приготовьте посвящение водителя. А нихуя ты не получишь. Регистрационный документ. Нихуя ты не получишь. Ну, тогда... Тогда что? Тогда что, блядь? Что тогда? Угрозы будут или что? Ну, угрозы, кто-то вам не поможет. Так смотри, блядь. Больше не имеешь. Смотри, блядь. А? Что ты говоришь? Я же вам ничего не говорю. Ну, смотри, блядь. Будешь ему что-то сказать? Конечно. Вы чуваки нормали, тебя вполне следует знать. Нехуй дело. Не веришь? Не веришь? А я тебе серьезно говорю. Блять, понимаешь, он звонит. То есть. Надюша, а тут на твою машину, блядь, есть такие мусора, блядь. Патрульная полиция, да. Он хочет, блядь, возле магазина Терезовья. Возьми видеокамеру и возьми еще. Телефоны мобильные, будем тут записывать их. Они требуют на твой автомобиль документы, на твой. Поняла? Я пристаю. Ты рубал, правильно? Зачем я должен ему давать? Нахуя ему документы чужие? Ну, документы стоят денег, блядь. И вы не давать, а предоставить. Да. Зачем? Я знаю. А я не хочу, чтоб ты ознакомился. Может, вы бандит, я звідки знаю. Да, а ты что не знал, блядь? Ну, я же кажу, я не знаю. В очко трахал, блядь. Мусоров в свое время. Я и бандит. Ну, это для вас стыдно. Да, иди сюда, подойди. Подойди сюда. Потому что у них нету тут в Кривом Роге юридического адреса, понимаешь? Это залетная пиздота, которая тут рисачит у нас по нас. Да. Одевайся, иди сюда. Да. Позвони мужикам всем нашим знакомым. Сейчас мы их будем тут, блядь. Хай весь поселок идет сюда. Сейчас. Сейчас. Сейчас чуваки придут. Нам угрожаете? Да, в очко будем иметь. Вас? Вас? Что, уже стал, сука, блядь, этим? Соловьем. А ты мне скажи, что у тебя такие бловы широкие? А что, вам не нравится? Как конечно вас нет. Пошире, иди нахуй их поблой. Я понял, вы не хотели по-хорошему. Значит, я вам сделаю так, как вы хотели. Ты кому там уже отчитался? Ты? А? А вы кому отчитали? Заказчику, какому вы ты заказчик? Ты мне скажи, мне, какому пожалуйста. Ты заказчику? Блядь. Вы мне ответите, я вам отвечу. Да? Вы мне ответите, я вам отвечу. Вы же видите, смотрите, Юрий, вы в этой ситуации максимально неправы. К вам нормально, к вам да никто подожди, не подожди вообще, что ты тут базаришь? Что ты тут базаришь? Базарят вообще? На рынке, я скажи, с вами что ты тут базаришь, скажи? Я вам повторяю, базарят тебе на рынке. Тебе ясно четко сказал, что а ты, блядь, меня не останавливай. Я как минимум... Все, ты только можешь быть как свидетель. Все, ну, писец. Так вот, замечательно, вот. Я свидетель, как вы себя Артём ведете пока. Похабно. Слышь, ты, блядь, следи за базаром, похабно, слышь, я такую твою мать, знаешь, где имел, блядь, ты что, вообще нахуй хуел, твою море, ты к мне что говоришь, какую похабно? Фильтруйте вашу да я сейчас тебя профильтрую, блядь, хуёво. Не надо блядь. Мне угрожать, да. То, что у вас, как бы, проблемы, психика, это как бы ваши проблемы, да это тебе ебёшь, что я психика. Вам надо просто, слышь, да я дурак, ты хочешь со мной по базару? Я с вами разговариваю. Хочешь, да пошли нахуй, пошли, блядь, хуй налыло, ты их не получишь. Вот это вы будете дома, там, со своими друзьями, так да слышь, ты мне вообще кто такой? Что, что ты хотел? Потребного. Да, блядь, вызывай нахуй. Ты смотри, блядь, ты что вообще... Давай 66-ту сюда нахуй, блядь. С ПНД, блядь. Как ты их туда возишь? Скажи, без направления, как ты по 130-й везешь туда? Ты направление вообще пишешь, блядь? Или ты садишь нахуй людей и везешь туда? Ты мне скажи, а потом там нахуй посылаешь людей. Вы меня бачили, чтобы я вас взял. Да слушай, ты мне знаешь, тебе может смс-ки показать, как твой хуй вот этот Володя, блядь, присылает людям, говорит, слышь, пацаны, блядь, наркоманам по поселку, там, блядь, по всем цыганрадам. Как вы составляете протокольчики?
как мне пас сбрасывали. Показать его фотки. Вы за своего сына? Так я покажу, бля. Скажите мне, пожалуйста. У меня сына нет, такого, как и ты, бля. Понял, да. А что вы сразу так? Ну, вы же какого сына? Понимаете. Расскажи за сына, бля. Ну, за которого вы говорите, что... У меня их, знаешь, сколько? 8 сыновей, что мне пиздец, бля. За кого ты хочешь сказать? Фильтруйте вашу речь, я повторяю. Так фильтруй мне нахуй, блядь, фильтровать. Ты смотри. Понимаете, вы как-то сами себя ведете и сами... Да мне просьбам, ты меня нахуй, блядь, остановил. Сейчас ты мне претензии какие-то предъявляешь. Понимаешь, ты мне предъявляешь претензии. Если ты предъявляешь претензии, нахуй, давай пиши бумагу. Все, нахуй, время заканчивается. Вы дома так же общаетесь? Да, всех нахуй посылаю, понимаешь? Всех, кто себя ведет не так, как надо, блядь. Ты изгой, понял, блядь? Как я буду с тобой базарить? Ну кто ты такой? Ты изгой всего лишь, блядь. Вы правильно говорите, Юрий, да? То, что вы базарите. Надо разговаривать, как нормальные люди. Слушай, я тебе ясно скажу. Так вы, я повторяю, ты вообще я тут не ты вообще здесь никак не катишь, блядь. 100%. Ты тут не котируешь. А вы котируетесь? Это все, камера. Давай бумаги составляй. Документы нам давайте, мы составим. Какой страх, блядь? Юрий. Что ты хочешь? Что ты хочешь? Ты что, будешь матывать руками? Никто. Я же могу дубануть, блядь. Понял? Мне хуй снял, я тебе серьезно говорю. Дров дома там, знаете. Да слышишь. Печку подкинуть. И что ты хочешь? Что ты хотел? Веди, а? Тримайте дистанцию. Так отойди нахуй на 2 метра. Выпьешь швы. Да, смотри, бо я могу кое-что сделать. Я тоже могу кое-что сделать. А ну давай. 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 Хочешь? Идем, я тебе говорю, идем, сейчас попиздим. Мужик, как нам уже. Нихуя ты не получишь ей. Бумагу составляй. Составляй бумагу на... Ну, будете тоді затримані. Давай, составляй бумагу на затримання. Будете в райвідео. Составляй бумагу на затримання. Составляй бумагу. Составляй бумагу на затримання. Ти розумієш? ДБР ти хочеш, бля. Нехуй снеда. Я тебе нахуй, знаєш, заебу, бля. Ти мене понял? Нехуй снеда. Ти чуєш, я тебе говорю? Заебу я тебе. Ти уже, слышишь? Ти уже понял, бля. Я на тебя сейчас плюну, нахуй. Я на тебя сейчас плюну, нахуй. Тебе пизда буде. Конечно. Да. Не веришь? Когда на вирус они болеют, ты же не знаешь, что мы начнем. Сейчас хотим на тебя и пизда лулю, блядь, понял? Там же вот это слово. Там мне просьба, слышь, что ты там пиздишь, блядь. Мусор есть мусор, ты меня понял, блядь. Ты мусорок всего лишь, блядь. А я думал, что действительно уже, слышь, блядь, надо прекращать видосы делать. А оно, блядь, гонит нахер, да? А? Да. Что? Ну давай, применяй силу, чи что, сейчас поборемся, блядь. Хочешь? Давай, блядь, будем бороться. Прямо вот здесь, блядь. Кого вы провоцируете? Что-что? Вот кого вы провоцируете? Вот вы думаете... Вот да вы ты думаешь, что тебя кто-то боится? Снимать. Да не надо меня да бояться. Да мне проебан, что я делаю, я понимаешь? Мне похуй, блядь. Мне похую. Вообще мне похуй. Я дурак, я ебанутый, мне похуй. Вот это вот вы домой придете и скажете. Понял, блядь. Ну, очень замечательно. Я с тобой сделаю то, что я с тобой сделаю. У меня есть фотки, я тебе нахуй отошлю, я тебе буду пиздать. А вы угрожаете всему сейчас, всему твоему роду, а, бля. О, видите? А вы не да видели? Я тебе говорю, пусть а проклятый, слышишь, ты что, не знаешь, что может быть? Где нехуй эфир? Делать, бля. Я тебе серьезно сказал, все, пиздец, бля. Чувак, ты допрыгался. Вы хорошо. Не да. Видели, что бывает там мне похую, ты изгой. Понял? Что-что? Не видели вообще видео, последствия, что да мне похуй, что ты меня угрожаешь. Да я не угрожаю. Да ты, тебе документов у тебя нету. Как тебе угрожать? Ты никто, бля. А кто вам угрожает? У тебя нету документов, кто ты такой, бля. Скажите, пожалуйста. Я вам просто как да нахуй ты мне пиздец. Вольта тут гоняешь, бля. Слышишь? Ты что, бля? Ты гоняешь вольта, бля. Сейчас уже чуваки идут. Ну давайте ждем ваших чуваков. Что это, пугает? Сейчас, сейчас. Ну, пиздот, а ты смотри, сука, что вообще охуели, блядь. А, чмырики, блядь. Глянь, блядь. Так что самое главное, блядь, у них только даже обувь одинаково. Знаешь, что это за обувь, блядь, а? Строители, блядь. Что? Держава выдала. Так хуя держава, а ты хуя относишься за... Да ты не дезслужбовый, ты что, блядь, не понимаешь? Вас ты частная организация. Ты читал вообще старый? Документы, блядь. Ну хорошо, что вы у тебя даже немає, блядь, написано посвідчення, ёб твою мать. Ты что, блядь? Ну, так и вы читали. А ты что, блядь, ты повылазил, ты сам читал, кто тебе выдали. Без ты договор, блядь, с кем заключал? Где ты заключал договор? В Днепре чи в Киеве? Что ты делаешь в Крымроге, блядь? Где твои командировочные? Где твои командировочные лет, блядь? Это цікавить, правда? А мне пробуй, блядь. Вот я же вам говорю, что да, говорю, а ты село, сука, блядь. Говорю, блядь. Говорю. Ты что говоришь, блядь? Кривий Ріг – це середня, блядь, это, територія це України, ти що, блядь? Говорю, блядь, Севлюк, йоб твою мать. Говорю, блядь, йому угрожають, сука. Та тебе що, угрожати тобі треба, блядь?
Треба кастрировать нахуй нас, щоб не плодились такі дебіли, блядь. Ти що, взагалі ганяєш? Що ти хулі ти гониш? За якого батька ти пиздиш? За вашого батька, ти знаєш, де мій батько, блядь? Не знаю, де ваш батько. За твого батька, сука, жився дав нахуй, вони на війни. Що ти, блядь, пизди? Надо питання, блядь. Да. На українську мову ти прийшов. Ти хоч, блядь, знаєш сільську свою, блядь. Та слеш, мої діти вже.